В начале классного часа архивные кадры парада 41-го года на площади Куйбышева. В течение полутора часов перед трибунами шли тысячи пехотинцев, кавалерийские отряды, десятки единиц военной техники. В небе пролетали штурмовики, бомбардировщики и истребители. Было задействовано более 22 тысяч человек, многие из которых с площади отправлялись на фронт. Чтобы больше погрузиться в военную атмосферу 41-го года, школьники не только проштудировали учебники истории, но и выучили военные песни. Война народная, священная война. Все время говорим о патриотизме. И постоянно внушается мысль о том, что любить Родину – это не значит целовать березку. Да, это все-таки что-то надо делать для своей Родины. Начинаем с того, что изучаем страницы истории, гордимся подвигами предков. Тематические классные часы, посвященные памяти парада 7 ноября 41 года, будут проходить в самарских школах в течение 2 недель. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, «События».